Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. И сегодня для вас подготовила эксклюзивный рецепт, которого нет ни у кого слайм-блогера. Это Holy Like Fluffy Slime. Рецепт слайма довольно прост. Сначала надо взять клей, основу. То есть у меня вот такой вот момент столяр, серый клей. Вы можете взять белый, или вообще другой, любой рабочий клей. Также, если он называется Fluffy Slime, это уже сразу понятно, то, что будет использоваться пена для бритья. Вот у меня вот такая вот. Также он называется Holy Like Slime. Почему? Потому что будет самым главным ингредиентом это сама вот такая вот краска Holy Like. Это оригинальная фестивальная краска. Для тех, кто не знает, что такое праздник Holy Like, это индийский праздник, где люди просто приходят и кидаются друг к другу вот этими всякими различными такими сухими красками Holy Like, и праздник это длится 5 дней. Вы представляете, 5 дней все люди дурачатся и все испачканы в красках целых 5 дней. Классно. Мне все очень понравилось. И я надеюсь, что когда-то в реальной жизни я тоже поеду на этот праздник Holy Like и сниму вам там видео. Но сейчас речь не о нем, а об Holy Like Fluffy Slime. Дальше идет загуститель. Я в качестве загустителя буду использовать жидкость для линз вместе с содой. А также, чтобы слайм был глянцевым и сода не сушила руки, я добавлю туда глицерин. А также, чтобы слайм был всяким красочным и веселым, я туда добавлю всякие блестяшки-сверкашки. Вот у меня вот такие вот две баночки с блестками, вот такое вот красное золото и вот такие вот фиолетовые блесточки. Ну что, ребята, давайте будем приступать творить, делать Holy Like Fluffy Slime! И первый шаг, собственно, это добавлять клей, потому что с него, в принципе, начинаются все слаймы. Но так как клей у меня немного постоял, и если он у вас тоже постоял, клей ПВА, то он может отслоиться. А если вы, не перемешаете его, собственно, то есть добавите верхнюю часть клея, он может не загуститься, и слайм может не получиться. Поэтому надо просто перемешивать каждый раз, когда он долго постоял. Откручиваем, мешаем и добавляем. Так, надо перемешать сначала. Итак, я перемешала, теперь надо добавлять клей в емкость. Вы добавляете сколько вы хотите, чем больше клея, тем больше слайм. Но я буду добавлять на свой глаз. Все, я вылила клей, вот столько мне примерно достаточно. Теперь следующее. В Holy Like слайме немного другой порядок. Сейчас мы добавляем не пену для бритья, а саму краску Holy Like. Ну что, давайте добавлять. Где-то так достаточно, такая небольшая горка. Но если мне покажется, что это мало, я добавлю еще. Ну что,
Погнали перемешивать! Я перемешала краску Holy Light и клей. Теперь пришло время добавлять пену для бритья. Сначала ее надо хорошенько встряхнуть. I'm King Roomba. Чик-чики-бум, чик-чики-бум, чик-чики-бум. Бум-бум-бум. И добавляем пену. Ребят, для меня это самый адский процесс. Мне так тяжело эту пену выдавливать. Но я выдавливаю. Итак, пену я добавила, теперь пришло время все это перемешать. Перемешиваем. За счет пены для бритья цвет станет немного светлее. Ну как немного, нормально так светлее станет. Итак, все я перемешала, вот так вот получился. Цвет красивый получился, более нежный. И теперь пришло время подготовить загуститель. Как я говорила ранее, я буду использовать в качестве загустителя это жидкость для линз вместе с содой. Я разведу ее в рюмочки, можно сказать, один к одному, да. И будем делать загуститель. Сам так открываем жидкость для линз и добавляем. Вот, посмотрите, я где-то вот примерно вот так налила жидкости для линз. Теперь надо сюда добавить чайную ложку соды. И добавляем. И сразу жидкость для линз стала более мутной. Ну, собственно, понятно почему. В процессе загущения слайма жидкость для линз соды может отслаиваться. Ну, вы там помешиваете ее и добавляете. Помешиваете и добавляете. Добавляем. Все, слайм начал собираться со стенок, но скажу то, что если у вас слайм сразу не загущается, вы можете просто добавлять соды, просто брать и сыпать. Ну что, давайте вымешивать слайм руками. И достаем. Итак, я слайм достала, теперь надо добавить немножко глицерина. Берем глицерин и немножко добавляем. Немного на руки добавлю. Итак, я практически вымешала слайм руками. Теперь осталось добавить сюда блесточек и всю красоту, в принципе. Как вам такая мордашка? Блёсочки я добавила, теперь надо это все перемешать, чтобы получился финальный Holy Light Fluffy Slime. Внезапный привет! И это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И первый привет на сегодня отправляется Лайк Лере. Лайк Лера, лови привет! Следующий привет я передаю Владимиру Иванову. Владимир Иванов, лови. Привет! Третий привет на сегодня я передаю милашкам-кискам. Милашки-киски, лови. Привет! Следующий привет я передаю Насте Сахарчук. Настя Сахарчук, лови. Привет! И последний привет на сегодня я передаю Амар Алисе. Амар Алиса, лови. Привет! А если ты хочешь, чтобы я именно тебе передала привет в каком-то из моих видео, то пиши в комментариях, передай привет. Но есть два но. Во-первых, ты должен быть обязательно подписан на мой канал. Во-вторых, ты не должен переименовать свой аккаунт, а то я смотрю в списке приветов, тебя уже не существует и некому передавать привет. А также вас попрошу ждать, потому что очередь на приветы не маленькая. А так как я делаю все по-честному, все в порядке очереди. Поэтому я обязательно передам привет всем, кто написал в комментариях, передай привет. Только надо его дождаться. Рубрика «Внезапный привет» закончена. Возвращаемся к нашему Holy Light Fluffy Slime. Я остановилась на шаге вымешивать вот эту всю красоту. Ну что, давайте перемешивать. Растяни улыбку до ушей. У него нет ушей, ну да ладно.
ребят, я его вымешала, теперь я вам его покажу крупным планом. Вот, ребят, посмотрите, какой слайм получился. Он довольно прикольный, самое главное то, что приятный на ощупь. Мне очень нравится, как блесточки тут переливаются, посмотрите, прям очень красиво. И цвет получился такой прям фиолетовый-фиолетовый, то есть... Он хорошо вот тянется, им, наверное, можно рисовать, но я не проверяла. И по консистенции он такой, как будто бы можно рисовать. Короче, он очень классный получился. И самое главное, он не пристает к рукам вот совсем. И заметьте, это без тетрабората натрия. В качестве загустителя сода и жидкость для линз. Ребят, а вы напишите в комментариях, как вам понравился такой слайм. И если вы его повторите дома, обязательно напишите в комментариях, как вам, понравился ли он или нет. Ну что я вам могу сказать, рецепт слайма подошел к концу. А я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующих видео. А также не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур и это Ника Шоу. До новых встреч! Oh, 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 o